Здравствуйте, с вами снова я, Александр. И ко мне в руки попала интересная коляска от компании Easy Walker. Модель называется Mini Buggy. Почему мини? Потому что расцветка здесь позаимствована у автомобильного бренда мини. Mini Cooper, наверняка все слышали. Они часто так очень забавно, интересно, стильно покрашены. Крыши часто у них бывают вот с таким флагом. Ну, в общем, такая, знаете, модная игрушка для креативной молодежи, наверное, автомобили. Соответственно, для них же и сделали такую раскраску. Вот. В двух словах расскажу вам немножко о ее технических характеристиках, прежде чем мы начнем ее с вами изучать. Она предназначена для детей ориентировочно с 6 месяцев до 4 лет, потому что она выдерживает 20 кг вес ребенка. Приблизительно в 4 ребенок бывает и 20 кг весом. Сама коляска весит 8 кг, она не тяжелая, поэтому имейте в виду. И это классическая трость. Начнем изучать мы ее с вами сверху вниз. Начнем с ручки. Ручки здесь, как у большинства тростей, раздельные, но мини позаимствованный вот их дизайн и здесь прослеживается, потому что ручки обиты кожей, как на руле автомобильном, с хорошей такой прострочкой. И тактильно, ну реально, руль только тонкий, но приятная очень. Приятные тактильные ощущения, кожа все-таки. Вот. Из минусов отмечу, что ручка раздельна. Когда удобно, когда она цельная. Ну, тут тоже дело вкуса, мои личные ощущения. Капюшон, козырек здесь достаточно большой. Вот так он в стандартном положении. Здесь по бокам фиксаторы, которые все это дело фиксируют. Вот так натянули, все. И он, любой ветер, он будет держаться хорошо. Вот, чтобы сделать козырек больше, здесь есть замок сбоку. Открываем и, в принципе, закрываем ребенка полностью. Очень удобно. И здесь используется ткань, а не москитная сетка. Москитка вот по бокам для хорошей вентиляции, в принципе. Можно и заглянуть, посмотреть, что делает ребенок. Вот, не нужен, собственно, закрываем обратно. Вот видите, все просто делается. Так, сразу скажу про ткань. Ткань конкретно в этой расцветке, она используется джинсовая ткань. Очень приятно, соответственно. Тактильно раздражать ребенка не будет ни зимой, ни летом. Все здорово. Так, что касается сидения. Сидение в комплектацию входит... Матрасик достаточно такой объемный, мягкий, и по бокам с ярко выраженной такой вот эргономической формы. Сбоку ребенка хорошо поддерживает, все мягенько, приятно. Также есть подушечка, которую можно, в принципе, отдельно, если заморочиться, снять отсюда, под голову. Соответственно, то же самое снизу мы наблюдаем. Что касается безопасности, пятиточная система ремней с накладкой, есть мягкая и на плечах, и на паховой зоне. Единственное, нету бампера. Бампера нету. Но, в принципе, не знаю, это кому надо, кому нет. Ну и, соответственно, есть подножка фиксируемая тоже. Можно опустить, поднять. Вот. Это что касается сидения. Спереди. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь сзади. Здесь есть вот такая накидка. Здесь пленка, через которую можно будет тоже наблюдать. Чтобы отрегулировать, здесь используется не система тросов, а кнопочная система. Нажимаем кнопку и опускаем. Здесь 4 положения. 2 промежуточных и 2 крайних. В принципе, вы видите, как, насколько практически горизонтально можно положить.
ребенка, тоже здорово. И что немаловажно, вот эта накидка, она с резинкой, не просто болтается снизу, хорошо плотно натягивается, и соответственно ветер еще что-то задувать не будет, сделано грамотно. И соответственно, вот вам окошечко, наблюдайте за ребенком, никто не мешает. Спинка тоже классно регулируется. Так, поднимаем спинку обратно. Все, можно ехать дальше. Так, что касается самой рамы, рама здесь металлическая. Сейчас я уберу вот эту штучку. Да, хорошо приклеена, так сразу не убрать. Рама металлическая. Очень хорошо сделано. Я уже перед тем, как снимать, ее поюзал, посмотрел, подергал во все стороны, пытался ее как-то деформировать, не получается. Сделано хорошо, металл достаточно толстый, но в то же время такой, знаете, компромисс. Он и толстый, но не слишком, чтобы она не была тяжелой. 8 килограмм абсолютно нормальный вес для такой коляски. Так, колеса здесь у нас и на ощупь они реально мягкие, это не пластмасса, это резиновые колеса. Они не надувные, конечно, но плавность хода добавляют неплохо. И что еще для плавности хода? Здесь есть амортизация. На задних колесах она прям такая ярко выражена. Сейчас я... Вот смотрите, очень неплохо. На передних здесь, сейчас я вам покажу, ну, практически такая же, как и спереди. Вот. Поэтому в совокупности резина и амортизатор, и коляска достаточно мягкая. Трости это, этим редко могут похвастать, а она может. Вот. Колеса двойные, как вы уже заметили. Вот, давайте сразу покажу тормоз, как работает. Здесь педаль есть на каждой, с каждой стороны. Педаль, соответственно, это соединена. Поэтому нажимаете одну, блокируются сразу оба колеса. Чтобы разблокировать, здесь вот можете прям по металлической вот этой перегородке поднадавить чуть-чуть, и они разблокируются. Не нужно ковырять обратной стороной обуви. Так, давайте посмотрим теперь на багажное отделение. Оно тут, естественно, есть. Единственное, трости – это те коляски, в которых технически очень сложно реализовать большой размер багажника, ввиду ее конструкции, перегородок. Вот, тут не разгуляешься, но по максимуму, что могли, сделали. Багажник, в принципе, достаточный. Вот, и... Теперь давайте посмотрим, как это все дело складывается. У тростей здесь интересно все это реализовано. Кнопочку нажимаем. Сначала тянем за ремень, потом нажимаем рычажок и, собственно, тянем. Все. Вот, в принципе, в сложном виде коляска. Можно катить как чемоданчик за собой. В принципе, очень даже удобно. Вот. А чтобы разложить, фиксатор отгибается. И здесь есть кнопочка. Нажимаем до щелчка. Все готово. Козырек и в путь. В принципе, все. Единственное, вот что добавлю, в комплектацию входит оригинальный дождевик. Поэтому заморачиваться его покупкой не придется. Лишние затраты у вас не будут. Разве что москитку, если захотите. Ну и, в принципе, все. Подытожу. Я не самый большой любитель тростей, но эта трость мне очень даже понравилась. Амортизация, резиновые колеса, очень приятная ткань, очень стильно выглядит. Что меня особо зацепило, это кожаная ручка. Не поскупились, в этой ценовой категории не найдете вы таких ручек. Это кожа, поэтому это здорово, тактильно, приятно держаться за нее. Кстати, вот это вот я вам не сказал, извините, это ремешок, чтобы вы могли на плечо повесить и понести ее в сложенном виде. Тоже очень удобно. Вот. И по поводу цены и качества, соотношения, тоже, мне кажется, все здорово, потому что она стоит не больше 20 тысяч, там цены немножко варьируются, там где-то 19, где-то 17, 500, где-то 18. Вот. В этом диапазоне, если смотреть на рынок тростей,
таких качественных тростей, вот с такими вот фишками, с таким дизайном кожи, амортизации мало очень на самом деле. Есть у конкурентов подобные коляски, но они там плюс десяточку где-то будут стоить с такими же возможностями. Поэтому цена-качество очень даже неплохое. Ищите трость на лето, на зиму. Обратите внимание, посмотрите. Мне кажется, неплохой вариант. Собственно, все. Если это бы видео вам было чем-то полезно, интересно, чем-то вам помогло определиться с выбором, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. И в заключение хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за эту коляску на обзор предоставленную. Большое спасибо. Ну а вам, собственно, правильного, хорошего и удачного выбора и удачи!